Значит, готовит верному завтрак. Ой-ой-ой, а тот развалился. Подняться-то нельзя. Он лежит. Готовлю кормить его, а он балуется. Ну еще, разлегся. Жарко ему, жарко. Жарко еще. Сейчас я тебе дам поесть, все здесь наготовленное. Сейчас, ну, тут уже все такое. Я обычно даю ему, мне и маленькой. О, галушки ест. Сейчас на той стороне, давай, да. Оставать неохота. Ну еще придется встать. Еще дядя Сережа-то его, твой хозяин-то тебя не узнает. Он в прошлый раз прыгает, он на ходу ловит, а тут он схватил и... Да какой он тяжелый-то стал, говорит. Едва удержал его. А сейчас он еще тяжелее стал. Но я немножко, тут чуть-чуть. Самую маленькую крохочку. Больно хороший. Около кровати у меня. Здесь не спит на веревке. Около меня не привязанный. Ой, Господи, прости. Так, это галушки такие. Ну, вставай давай, поедим. Вставай. Ох, и лёжа, может, поешь. А что ж ты говоришь? Сидя ты колешь дрова. А я ведь пробовал лёжа, неудобно, говорит. Там в другом месте мужик стоит. В грязи не стоит, он лежит. Нас на колени не поставишь. Бедная Россия. Вот он, смотри, ест. Бока-то за ночь-то у него подобрала маленькие. Вот сейчас поест, тогда я тому дам. Тут я с горячим смешал, теплая должна быть, а потом на плитке подогрею тому. Ну, можно сказать, все. Я не буду ждать, пойду своим делом заниматься. А дело у меня большое. Прошибить рулетку. Вот сейчас, смотри, что делаю я. Вчера разговор зашел, кто будет мои книги переиздавать. А теперь, вот за... Так что это? Вот уже считай. Вот я закачал открытым оком. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, так. 20 роликов уже закачано. А их у меня там 33. Что я делаю теперь? Нажимаю. Николай Астахов в Москве. Это разве ролики? Не ролики, это книги, тома. Угу. Теперь я зажимаю вот сюда вот. И она идет. Что здесь? Комментарий Филофилакта, Кристофрат. Нет. Надо рабочий стол. А в рабочем столе надо найти книги. Мои книги. Ты вот тоже могу прочитать, где книги все. Обработка. Новый Завет. А вот книги общие? Вот они. А вот это что такое? Вот это? Да. Книги общие, да. Вот. Теперь книги наши все. Сюда захожу. А здесь я должен найти теперь открытым оком общее. Снова открываю. А вот теперь в PageMaker'е я потом покажу, как это делается. 15. Ну ладно. 19, 20. Вот я делаю 21. И угоняю туда дальше. До 30. 21, 30 том. О, выделила, когда Shift нажимаю. А то с этим соединится. Теперь открыть. До 25 тома, и теперь началась обработка. Вот, это я ему сейчас все перегоняю. Это не все. Это нет. Даже далеко не все, Николай. Дело в том, что я туда, если возвращать, а тут нет такой, опять тоже самый должен путь пройти. Опять. А, вот что, Николай. Это у меня ушло. Так, что же я теперь? А, вот сюда вот. И теперь рабочий стол и книги все вот сюда вот. Теперь открытым. А кроме того, у меня что тут есть? Книги наши, там Библия, так, книги, сколько вопросов, книги за границу. Ага, тут где-то будет еще такое. Я могу это сейчас взять. Как книга это выглядит? Что книги наши все, Библия. Общая статистика. Это большое дело.
Ага. Надо вот сюда зайти. Опять. Поле. Библия. Пушистик. Наша третья оком общая. Тут верно старается там. Вот сюда вот книгу открою. Уплетает за обе щеки. Что у меня здесь? А вот она где. А где же корочки-то? То, как пришел к Господу. Тоже тема интересная. Переворачиваю все. Вчера только видел, не заметил где, что Том Борт. Не знаю теперь, как найти. Корочки отдельно у меня. Книги же все. Тут что, письмо православия, Новый Завет. Открытым оком, стихи, церковь. Фото и иное. А ну-ка. Что тут такое? Нет, это фото просто. Тут ничего нету. Вы удалите сообщение-то. А? Сообщение удалите, а то она пойдет к нему сейчас. Сообщение удалить? Да. А какое? Ну вот вы вставили сейчас фотографию. Сейчас она к нему... Туда нажмите, она уйдет к нему. А я не буду нажимать. Я не буду нажимать ее. Так она в памяти сохранится. А мне как, ее убрать надо? Да. Вот так? Не знаю. Но где-то должно быть удаление. Где-то вот здесь сбоку поищите. Где? Нету ничего тут сбоку. О, Паля. Или вы уже отправили, наверное, поди. Да нет, стоит на месте, я не нажимал тут. А вот если отправлю, меня отправлю на минуту-то, и могу тогда убрать сразу. Попробуем так, раз нет еще. Вот я теперь ее отправляю. Вот оно где. Отмена. Что-то у меня тут не получилось. А это что такое? Нет. А что же, как же сделать-то? Ну ладно, никакой тут беды-то нету. Теперь снова, куда корочки-то делись? Только вчера все было, а сегодня найти уже я не могу. Ну ладно, это что мне тут нужно зайти-то? Куда? Зайти в этот. В скайп. Астахов. Зайти вот в эту. Комментарии. Комментарии на толкование. А мне что, снимать дальше-то или что? Все, снимай. Убирай. Убирай, да.